слышу. Центр, слышишь? Люд. Информация такая. Внимательно к улице Грушевского. Приготовились работать, если будет движение с оружием. Доклад и работа. Беркут готовится вперед, будем прикрывать. Как принят? Нет, Люд. Смотри, мы только отель «Украина» отсюда наблюдаем. Можно нам переместиться на ваш верхний уровень. Сейчас будут открыты окна, будем дальше двигаться. Пока наблюдаем то, что есть. Слушайте и смотрите. Звук выстрелов слева. Тянет ветер, плюс еще движения какие-то. Верхние окна открытые, наблюдайте внимательно. Дистанцию отбили, поправку ставили, в готовности работать. Все наблюдаем, отель «Украина» основа. Крыши, здания высотных, приоритет. Улица Грушевского. Те, кто правее к Феликсу, наблюдают Грушевского. Как принято? Плюс, плюс. Стрельба с района баррикад, справа от украинского отеля «Украина». Кто стрелял? Наши не работают, поэтому на крыше, он без оружия. Смотри, там внизу баррикады видят, справа от него.
Миша, сейчас спрятался человек. Сейчас релиз не поднимается. Дистанция, взять на прицел, наблюдай. Мирон, 35. 36, не зажимайтесь. 1360 метров за него. Мы будем работать, не будем его так выбирать. Куда не будем? До этого дома здесь человек умер. Лёва. Примерный адрес. Это не за нами там, на 33. Адрес не скажу. Слева от гостиницы «Украина». Левый угол. 2000-е влево. Красная книжка. Вот посмотри её там. Слуховое окно нарисовано кошечка. Не наблюдаю, еще ориентируй. Я так не вдоль. Я опасно. Сверху второй уровень, левый ряд контур гостиницы «Украина». По нижнему краю балкона, влево от угла здания, 2000-е, 1500-е крыша. Внимание, кто слышит, активируйте, наблюдайте. Я в ту сторону не наблюдаю. Слышал корректировку, наблюдайте. По институтской люди с щитами в касках бегают, готовятся к чему-то. Против уровня двух зеленых туалетов. С институтской снизу спакивают в сторону Майдана по крышке и поднимаются вверх к туману квартала люди со щитами. Мирон, 35. Мирон. Лунжер 03, Бузер 03, 01 на связи. Проколы. 19.09. Прием. Пальзе у КОП СИЛ. У меня здесь цей зеленый написано. Банка? Да, до Сбербанка. Проколы. Вон передвигайся, 19-й. 18-й на 5-го. 18-й. 18-й. 118-й, 118-й на 5-й запитую я. Человек на охрану автозака. Автозак на дороге. Я все вижу сейчас. Сороковый на газ запитывая. И так працюете аж до, на ту сторону працюете всіх. Приходь або на ту сторону, до Лянських воріт і вперед. Я прийняв. Сьомий на дев'ятому. Готов! По інститутській теж вверх, треба трохи зачистити, оставить. Сотню туди вивіз, 30 на охрану.
стоит эта голова. Дай он пару чоловік всередину, бо не можуть вас автозаки розсадити. Дадуть допомогу всередині автозака. 15-й прийняв. Зачищен, я принял прием. Я принял.